С утра в квартире Эллы Тимофеевны кипит работа. С ведрами, тряпками, чистящими средствами пришли сотрудники управляющей компании ЖКС. Моют окна, убирают на балконе, чтобы ни одной пылинки не осталось, вытирают шкафы и батареи. Элла Кузьмина – вдова участника Великой Отечественной войны. Сама ветеран труда. Муж Александр Егоров дошел до Берлина, был ранен. 3 года назад его не стало. Без поддержки самого близкого человека, настоящего героя, непросто, делится Элла Тимофеевна. Это мне помощь очень нужна. Я даже удивлена, как стали работать. Вот, и там даже вот на улице деревья все посрезали, вы посмотрите. Потом делали опилки из кустиков. Все вывозит, всю чистота. Помогать по хозяйству ветеранам уже добрая традиция для сотрудников ЖКС. 3-й год подряд проводят уборку в домах, чинят сантехнику. Все бесплатно. И, конечно, поздравляют ветеранов с приближающимся Днем Победы. Мы будем помнить о них всегда и будем оказывать всяческую помощь. Мы постоянно контактируем с ветеранами Советского района в Доме ветеранов, ветеранов Великой Отечественной войны. Мы откликаемся на их просьбы, проводим с ними встречи регулярные, оказываем им посильную помощь. Для ветеранов компании проводят не только акции ко Дню Победы. Их заявки всегда первые на очереди. Помогают и делом, и консультациями по жилищно-коммунальным вопросам. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.